У нас работает совет по развитию инновационной деятельности в Тюменской области. Здесь представлена его структура, кто куда входит, из чего он состоит. Совет выступает центром общественных инициатив, формирующим актуальные предложения и рекомендации по развитию научной инновационной сферы. Следующий слайд, пожалуйста. Это государственная поддержка, есть региональная программа, основные направления развития научной инновационной сферы и представлены объемы финансирование, которое мы государственную поддержку выделяем. Здесь присутствует средства федерального бюджета. Следующий. Все, что касается содействия реализации и продвижения инновационных проектов, разработок у нас центральным во всей этой системе является Тюменский технопарк. Здесь представлены характеристики и объемы, которые сегодня Тюменский технопарк больше всего рабочих мест. Получки резидентов по объему малого поступления. Дальше. Здесь у нас представлена структура, из чего состоит технопарк, и взаимодействие с институтами развития, с которыми у нас сегодня есть соглашение,